чтоб дела ваши были с мечтою в ладу, чтоб сердце желаний больших не забыло. Мы хотим пожелать в этом новом году, чтоб свершилось, что вами задумано было. Примите наши новогодние поздравления и пожелания. С Новым годом! Итак, вы прослушали мою, так сказать, такую новогоднюю речь, которая была презентована к такому моду новому. Ну, как вы уже могли прочитать из названия, это будет обзор Criminal Russia Winter Stories 2021. Так, ну и не зря я зашел на libertycity.com, и сейчас я вам хотел показать трейлер данной модификации. Общество не сможет нормально функционировать, пока ему угрожает коронавирус. Послушай, впереди тебя ждут жуткие вещи. Так гармонично. Как вас зовут, наш спаситель? Меня зовут Константин, но друзья зовут меня пить пиво. Мама мия. What the hell? Welcome to Russia. Criminal Russia Winter Stories. Coming soon. Only on PC. Ну и после такого мощного трейлера, мне кажется, каждый человек на этой земле захочет сыграть в этот мод. Ссылку я на него оставлю в описании. Ну а сейчас мы перейдем в эту игру. Так, ну вот мы в игре. И нас встречает сразу такая зловещая музычка, которая, видимо, задает темп игры. Тут, кстати, какой-то серый фон еще, как будто мы играем в какой-то Silent Hill. И криминальная Россия на заднем фоне с какими-то графическими улучшениями сразу видно. Ну, мод, кстати, отличается графикой от обычной GTA. И сейчас мы это даже заметим. Сейчас не будем томить, нажмем старт. Прекрасные диалоговые окна нам высвечиваются. Точнее, не диалоговые, а загрузочные экраны, я хотел сказать. Так, что тут у нас? Welcome to the KRC. To save for load game progress. Press stop, not during mission. Good luck and have fun. И нам солнце показывают. Ну все, я понял. На тап сохраняться, но а хули нам сохранять тут? Load, save, а как тут? Exit, можно exit, все. Вот, я уже заходил, если честно, в эту игру и уже охерел от того, как она плохо идет. Я не знаю, на какой видеокарте они это тестировали, но у меня на моем ноутбуке, не слабом, я сразу говорю, она идет где-то FPS 2, как вы можете заметить. Я, кстати, еще не встречал тут машин. Стой, я думал, они вырезаны будут. А тут они почему-то есть. Все, стой. Вот как? Я хочу сразу забрать машину, чтобы она потом у меня не пропала. Кстати, они на удивление изменены даже с криминалки. Там, например, вот этого Volkswagen Polo не было в оригинале. Ну, а под оригиналом я имею в виду криминалку такую обычную, типа Beta 2. Так, у нас тут какая-то миссия высвечивается, только я не понимаю, где она. Вакикан. Что? Ох, ебать.
Студия Артурки представляет. Так, озвучка пропала почему-то. Артур Дергилёв и Зиновьев какой-то там был. Видимо, это челы, которые сделали это подделие. Ой, надо срочно звуки сейчас на минимум поставить, а то это пипец, блин. Ни хера не слышно, кроме них. Так. Кстати, FPS даже выровнялись. Их теперь не 2, а 10. Еще какие-то артефакты у меня появились на экране. Вы это тоже видите? Допустим, так и надо. Так, куда нам надо? В баньку эту, видимо. Что-то я не уловил суть сюжета, что нам сделать надо было. Ну, как мы посмотрели... Ой-ой-ой. Надеюсь, тут не будет запрещенного контента. Блять, у нее глаза нет. Пиздец. Костя, Костя, просыпайся. Артурка? Да. Ты меня разбудил. Ух, какое сегодня число? 7 января. Так что получается, мы 7 дней жрали салаты? В принципе, обычно утро любого мужчины России после Нового года. Так надо выбросить мусор. Ладно. Артур, не переживай, давай я тебе помогу. Дай мне несколько минут. Хорошо. Гопи. Гопи. Ну, идем тогда делать пи в одном фпсе. И ебать, он охуенно сыпит, скрестив ноги и не сняв штаны. Похоже на... Даже не знаю на что. Но у нас почему-то стекло разбилось после этого, и там кусок дерьма на ней застрял. Даже не знаю, как это получилось. Ну что ж, давайте тогда выполнять миссию. Возьмем мусор. А где Артурка? Или нам не мусор надо было там... Мусор. А, это он должен был, да, точно, да. У тебя весь дом этот, блять, мусор, если честно. Его по-хорошему весь был выкинуть куда-нибудь. Singing to hell. Что я сделал? Ты почистил комнату? А каким образом?
Я все меньше и меньше понимаю, что происходит на экране. Почему вокруг ни людей, ни машин? Вот об этом я и говорил. Машины пропали все после того, как я эту хуйню сделал. И моя, кстати, тоже пропала. Артурка, ты куда проебался? Я здесь не волнуюсь. А, да я и не волнуюсь. Пока что после новогодней похуй. Но кое-что мне кажется странным. Артур, нам пора освобождать коттедж. Нам нужно забрать наш залог. Приходил владелец? Нет, никто не приходил. Непонятная пустота вокруг и отсутствие каких-либо видимых следов жизни. Что происходит? В голове у ребят образовалась куча вопросов, с которыми предстояло разобраться. Так, зловещая музыка, Silent Hill. И Артурка, который пропал. И машины вернулись. И Артурка опять появился. У нас, кстати, перед домом какая-то куча дерьма. Уважаемый, есть мелочь? Ребят, ну дайте человеку... Пурмен. Что-то они как-то неправильно озвучили. Там был человек говна. Бегите отсюда, глупцы. Город закрыт на карантин. Проклятый вирус. Повсюду. Подождите, дядя Бум. Мужчина, что происходит? Его зовут дядя Бум? What the fuck? Блин, что за херня? Победили? Ты слышал какие-то объявления, сигналы? Нет, не слышал, я только зашел. Может, это просто все едят салаты до сих пор? Да ну, 7 дней жрать салаты, что я там жрать-то? Часик поел после Нового года, и хулих еще есть-то. Нет подключения к интернету? Так понятно тебе, блядь, мобила 90-го года. Какой еще интернет? Вот и мне было никогда, наверное. Давай, пойдем на станцию. Надо, блять, это было первым делом это делать. Артурка там за мной, надеюсь, бежит. Мне, кстати, эта модификация напоминает GTA 4 уже. Чем-то, то ли картой, то ли передвижениями, ударами, кстати, да. Мы можем Артурку пиздануть по ебалу? Да, кстати, он стерпел, видимо, он терпел, а, ебаная, получай, на нахуй. Все, хватит пиздить Артурку. И прыжки тоже, кстати, такие же, как в GTA 4. Ну, хотя я знаю, как моди эти мододеллеры любят переносить моды из GTA San и GTA 4, но тут это сделано как-то, блядь, уебищно. Надо как-то выбираться домой. Мне нужен ноут, нужно работать. Надо найти транспорт. Вехайкл, надо найти вехайкл. Давай проверим гараж. Ты думаешь, никто не заметит? Ну, вокруг никого. Мне кажется, он педик чем-то. Мне это напоминает. Два друга спят в одной кровати. Разговаривают по-пидорски. Никого нет вокруг. Какая-то сцена 18+, в начале. Что это все может значить? Ёб твою мать! Куда я попал? Дорожно-строительная
компания «Асфальт». Качество. Я провалился в этот асфальт. Что мне делать? Роскетман. Роскетман. Не работает, блин, а что делать? И на этом, в принципе, приключения нашего главного героя закончились. Он навсегда остался в этом туннеле, а его друг Артурчик сдох от голода. Но если по правде сказать, то я по этому пути еще бегал минут 5, вышел к какому-то морю, потом увидел то, что спуска, точнее подъема наверх нету, и вышел. Так, сейчас главное не провалиться в эту хуету еще раз. Оббегать все эти места странные. А то опять не ожидаешь, что это может быть. Check you out the garage nearby. Хоть это все на английском языке, я не понимаю. О, откуда она тут взялась? Буханка, блядь, какая-то вся обосранная. Не, на этой хуйне мы далеко не уедем. Я согласен полностью. Ну не так смешно, не так, не так. Тогда что нам делать? Тут неподалеку есть парковка. Давай туда. Давай. А где она? Ты думаешь, никто не заметит? Ну, как ты сказал, вокруг никого. Диалоги, видимо, Тарантино писал. Они даже сделали звук переключения передачи. Даже он. Похуй, у нас буханка проедет здесь. Все равно никаких ни полицейских, ничего нет, все пропали. Парковка, парковка, парковка. Почему метка сзади, когда парковка впереди, ну впереди? Take the elevator. Угу. Мы у элеватора. Че, лифт не едет? Нихуя не работает. Да я согласен, блин. У меня это как с языка снял. Ладно, пошли вниз пешком. А нахуй надо вниз? Когда нам надо вверх? Ё-моё. Она ничего, у меня аж встал. Leave the parking zone. Это ВТБ-тачка, она из этого, из оригинальной игры. Это я точно помню, она тут стоит. Leave the city. Покидаем город. Кстати, карта какая-то как будто из GTA 2 мини, я имею в виду. Кружок такой, как будто из GTA 4, а вот само качество как будто GTA 2. И FPS, кстати, при езде нормальные стали. Где-то 20 хотя бы. То было один вообще. А номера-то у нас, кстати, не русские какие-то. Таких в России не выдают. Это то ли японские, то ли флаг вообще какие-то французские. Или, вон там, флаг Ирана вообще нарисован. Может, мы в Иране тогда?
Откуда здесь взяться тачки с иранскими номерами? Хотя в последнее время Иран и Россия дружат, может быть, мы по экспорту приняли, так сказать, тачку из Ирана. Это был сейчас звук из трека начального. Или так, криминальная Россия. Сука. Сейчас должна песня начать играться. Я, Что, машина не едет? Это был просто двигатель. Да. Блять, брак взяли. Надо было на буханке ехать. Костя, смотри. Хай, Костя, лук. Костя, лук, ёпта. Ай, что это такое? Придется лезть наверх крючками и ножками. Мне нравится, как в конце каждого предложения смеется. Этот такой пидорский смешок. Забавляется. Так мы не можем даже такой забор перелезть. О чем вообще говорить, как мы заберемся, если мы даже такого простого действия сделать не можем. А с разгона? Тоже не можем. Тогда вход где-то должен быть. Уж под углом нет, не получается. Подыхал какая-то у героя слабая. Это 1 метр пробежал, все уже. Да, тут был, знаете, вход, я взял, обошел его по кругу. А, в принципе, в своем репертуаре. Надо вот тут залезть, я уверен. Вот тут. С разгона. Оп. Оп! Все, блин, батя нахуй просто. А тут надо вот с этой херни на разгон взять и прыгнуть! Ща, да. Думер FM. Я даже не удивляюсь, что на снегоходе есть радио. Меня удивляет, что ты с Думер FM. Я только тут наоборот колесико мысли работает, и вперед листал, и листалось назад. Наш главный герой радуется как ребенок. Ура! Не спи, стыли. Опять смех, ха-ха-ха. А может попробовать с другой стороны? Это тот же хуй, только в другой руке. Жжёшь. Артурка, ты куда проебался? Артурка! Ну и чтобы не затягивать обзор, вкратце скажу, что было после этой потрясающей погони на этих снежных хуйнях до нашего нового дома. После этого я начал новую миссию в Need for Food, в которой мы поехали за продуктами. В первый магазин мы приехали, он был закрыт. Магазин закрыт, ё-моё. Сука, да чё за хуйня творится? Приехали во второй, о котором мы узнали от какого-то детка, который возле первого магазина был. Приехали туда, оказалось, что это рыбный магазин. Мы побазарили с каким-то хантером. Хантер-охотник. Это же так вроде бы переводится. А, даже так. Просто кусок рыбы. Нам даже не кусок, а целую рыбу дали. Потом он нас пригласил на охоту. Парни, на охоту желаете? Наш Артурчик сказал, что он не умеет стрелять. А, стрелять же умеете? Ну? Я умею. Артуру надо потренироваться. Над ним посмеялись каким-то образом, услышавшие это гопники. С
типа, Джон Уик плохо стреляет. Нихуя себе, ёбана в рот, Джон Уик плохо стреляет. Артурчик этого не простил, отпиздил их вместе с нами, и мы поехали обратно домой. Потом мы легли спать, а Артурчик в это время вышел из дома и зачем-то пошел усовершенствовать свои навыки стрельбы. А кто они? Никто не должен знать, что я не умею стрелять. Я должен успеть разобраться с этим за ночь. Не знаю, кто это и почем это делал. Потом мы приезжаем на тир. И я там ничего не понял, все забагалось, load game не работал, заново все это перепроходить я не хочу, естественно. Ну, а продолжение похождения нашего главного героя с Артурчиком зависит только от ваших лайков. Если это никому нахуй не нужно, то я не буду это продолжать делать. Если мы наберем под этим видео лайков 25... то я сразу пойму, что это вам интересно, я продолжу снимать данную модификацию. К вашему сведению хочу еще сказать то, что есть точно такая же модификация, только без дерьмовой графики, этой, при которой у меня один FPS был. Если вы хотите, чтобы я ее именно прошел, 2020 года GTA Криминальная Россия Winter Story, можете там вбить и найти ее. Да, пишите, конечно же, в комментарии. Ну и на этом все. Подходит к концу 2022 год. Год, в котором я создал свой канал. И за это непродолжительное время, всего лишь-то больше полугода, или даже меньше полугода, где-то месяцев 5, я уже достиг целых 225 подписчиков на данный момент. Но это, естественно, ваша заслуга. Надеюсь, что в следующем году я наберу больше подписчиков. Надеюсь, что в следующем году мои видео будут вас радовать еще сильнее. А в следующем году у нас будет очень много экспериментов на канале. И со стримами, и с другими играми. Можете, кстати, писать в комментарии именно под этим видео, какие вы бы хотели видеть игры на моем канале. А также я надеюсь, что у вас будет все очень-очень хорошо. В отличие от 2022 года, который, как по мне, вышел довольно дерьмовым. 2023, надеюсь, будет гораздо лучше. Это у нас какая-то нехорошая тенденция пошла в 2019. Ну, надеюсь, все я сказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, переходите по подсказкам, бейте в колокол. А с вами был Чикапаев. Всем удачи и всем пока.